Історія краси продовжує сезон перевтілень. Сьогодні нашою героїною стане відверта та сором'язлива жінка, яка має велике добре серце. Ірина працює вчителем у Миколаївській загальноосвітній школі номер 19. Свою професію вона обирала за покликом серця, так як безмежно любить своїх учнів. Я вирішила стати вчителем, тому що дуже люблю дітей. И не представляю свою жизнь без этих маленьких существ, которые приходят ко мне 1 сентября на занятия, а потом в конце учебного года, получив солидный запас знаний, уходят на 3 месяца на каникулы или в новую жизнь. Працювати з дітьми завжди нелегко. Вчитель має стати для учнів зірцем та авторитетом. Ще складніше йти у ногу з часом і модою, щоб встигнути за вподобаннями школярів. Наверное, перед каждым учителем накануне 1 сентября встает такая проблема. Что же сделать с собой такое, чтобы прийти 1 сентября как какой-то необычный, какой-то новый, изменить себя, свой стиль, найти какую-то ноту в своем внешнем виде креативности и удивить своих детей и учеников, с которыми ты работаешь. Майстрині лабораторії краси вже готові зустрічати Ірину у стінах салону краси «Комплімент». Тож ми негайно вирушаємо до них за новим образом для нашої вчительки. Здравствуйте! Вітаємо вас! Спасибо. Ірина Вікторівна – наша сьогоднішня героїня, також Ірина, і вона готується до зустрічі із своїми учнями. Що ми можемо їй порадити? Ну, сейчас мы начнем работать, будем смотреть, будем кардинально меняться. Цвет волос, стрижку, макияж, в общем, все. Волнуюсь, готова к переменам, очень волнуюсь. Вот готова сейчас взять и убежать. Доверьтесь, доверьтесь нам. Доверяю. Я думаю, что у нас результат потом будет очень красивым, хорошим. Угу. И вы тогда уже новая, обновленная, придете к своим ученикам, удивите их, угу, и порадуете. Ну, будем надеяться. Перш за все, до зміну зовнішності Ірину підготує косметолог, яка вже запланувала для неї низку омолоджуючих процедур. Перед нашей процедурой я просто, как косметолог, обязана спросить у вас, есть ли у вас наличие аллергических реакций на какие-то косметологические средства. Людмила Ильичева, косметолог. По-моему, нет. Нет, это очень хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, что бы вы хотели получить от сегодняшней нашей процедуры? Я хотела преобразиться на 250%. Я сегодня вам предложу такой комплекс «Мгновенное сияние». То есть он будет у нас состоять из глубокого очищения на основе энзимного пилинга. Также мы увлажним кожу с помощью фонофореза, который поможет нам ввести в слои дермы гиалуроновую кислоту, алоэ вера, и закрепим увлажняющей масочкой. И вы будете у нас красотка. Доверяю вам. До вас можна. Як ви тут? Очень хорошо, наша процедура завершена. Ну що ж, я пропоную вам подивитися в дзеркало і подивитися ваші результати. Небо і земля. Кожа помолоділа, дишить. Як ваші відчуття? Ой, ну, здорово. Сподобалась процедура? Звісно. Ручки золоті у мастера. Що було найприємніше? Ну, найприємніше було процедура вот на апараті, який був. Фонофорез. Да, фонофорез. Дуже приємно. Ну що ж, я думаю, що ми вже підготували нашу героїню. До перукаря, ходімо. Давайте. Ірина Колесник, майстер-стиліст 3-го рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша героїня Ірина Анатоліївна, учительниця старших класів, класний руководитель. І ми хотіли б побачити в ній совершенно другую, більш романтичну, більш м'яку жінку. Для того, щоб і діти посмотрели на неї з другої сторони, і вона сама могла б себе побачити совершенно в другому образі.
будем работать со стрижкой. Волосы сострижем в стрижку боб, которая придаст объем, сделает ее более моложе, более мягче. И изменим цвет волос на золотистый блондин. Я думаю, она себя увидит совершенно по-другому. И все окружающие тоже ее не узнают. Ну що ж, Ірино, я думаю, настала черга подивитися на ваш новий образ, на вашу нову зачіску. Да. Дивимось. Смотримо. Ой. Ну як вам? О. Чи не занадто кардинально? Кардинально. Да, совсем другая. Тепер з вашими учнями на одній хвилі. Да, нет, не знаю. Ну що ж, я хочу сказати, що тепер ви точно на одній моді з вашими учнями, з вашими ученицями молодими. І я пропоную дійти до ще одного шабля і зробити гарненький макіяж. Алена Озірна, майстер-візажист. Для нашей героини Ирины мы будем делать возрастной макияж. Главной целью, которая является увлажнить кожу, очистить ее, а также придать яркости макияжу. Она сегодня полностью меняет образ, поэтому мы будем отходить от привычного для нее макияжа, делать акцент на глаза и подчеркивать губы. Ну що ж, Ірина, прийшла пора помилуватися собою. Тримайте люстерко. Пора-пора. Красота. Подобається? Да, нравится. Красиво. Чи підходить цей образ до образу вчительки? Ну, я думаю, нет. Образ учительницы, мой внешний вид не подходит. Это даже не знаю, что сказать. Я думаю, що тепер ви будете як подружка для своїх учениць. Навірно, так. Да. Старша подружка. Опит. Ну, ось такій досвідченій подружці тепер необхідно підібрати гардероб. Інночко, сьогодні ми прийшли до вас за допомогою. Нашій вчительці необхідно підібрати молодіжний гардероб, щоб вона стала подружкою для її учениць. Я думаю, мы справимся с этой задачей, и мы сможем предложить несколько комплектов для создания разноплановых образов, среди которых можно предложить и брючки, и кардиган, и блузочки, и в этом всем вы будете выглядеть наравне со своими учениками. Для нашей учительницы мы подобрали несколько нарядов, в которых она сможет посещать как работу, так и куда-то пойти в нерабочее время. Это брючки, блузон и кардиган, который очень выгодно подчеркнет достоинство фигуры и скроет недостатки. Во втором варианте свою изюминку привнесет жилет. Я думаю, что в нем нашей героине будет комфортно как в рабочее время, так и в какие-то выходные дни, где она сможет себя представить не только в деловом образе. Мы подобрали третий вариант для создания более женственного образа. Ничто не делает женщину женственнее, как платье. К нему мы подобрали аксессуар. Так что в нем тоже можно пойти как на работу, так и куда-нибудь в нерабочее время. Ирина Анатольевна, как вам ваш новый образ? Я в восторге от своего образа, от макияжа, от прически, от одежды, которую облачили меня сегодня мастерицы. Понравился нам результат. Мы как бы проэкспериментировали, скажем так, с осветлением, со стрижкой. Может, для учителя это не совсем привычно,
Но в любом случае это стильно, модно, более как бы молодежно, скажем так. Поэтому мы стремились, конечно, сделать вас не просто сухой учительницей, да, а такой модной, современной, которая бы шла в ногу со своими учениками. И думаем, что вам легче, может быть, чуть-чуть будет найти с ними общий язык. Да. Ми намагалися створити з вас подружку для ваших учениць. Я думаю, нам це вдалося. І хочу сказати вам дякую, що ви вирішили взяти участь у нашій програмі. И вам большое спасибо за то, что вы пригласили меня на такой проект. Я довольна. Я считаю, что вот такой вот образ, в котором я сейчас вышла перед вами, может быть образом учительницы старших классов, которая придет к ним 1 сентября и будет действительно подружкой для 11-классников. Бажаємо вам тільки любові від ваших учнів. Спасибо большое. Спасибо вам. На такі кардинальні зміни у власному образі Ірина погодилась заради своїх учнів. І ми вирушаємо у школу, щоб вони змогли оцінити роботу майстринь лабораторії краси. Здравствуйте, мої хороші! Діти, ми обнімаємося, да? Мої хороші, йдіть сюди. Ой, це для мене. Давайте, Лиза, иди сюда. Мою хорошую девочки. Даша. Так, кто там вижу кого? Как я вас рада видеть. А мальчики, мужчины, ну-ка давайте сюда ко мне. А это наш учитель? Это я. Мы сподіваємось, що зовнішні зміни ще більше зблизять Ірину з її класом. Ірина Анатольевна стала очень красивая. У неї очень хороший образ прически, і мені дуже подобається. И Антоня помолодела, стала такой красивой, совсем не узнать. Так она выглядит гораздо современнее, и она больше выглядит такой... Черный цвет ее делал больше такой смурной и мрачной, а эта она такая выглядит более веселее, что ли, интереснее. Такой цвет волос для меня раньше был неприемлем. Я всегда ходила очень строго, скромно. А вот это вот решение, которое предложила Ирина Викторовна, меня поразило, и я просто в шоке от того, что я могу так выглядеть. Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.